Я вас приветствую, дорогие друзья. Так, ждем, пока все подключатся. Так, все, я вижу, подключаются. Всем привет, я хотел бы сделать очень важное заявление. Я его записал на видеокамеру, но вот видеокамера есть, но я с ней не очень разобрался. Вернее, записалось очень хорошо, но в ноутбуке нет разъема для... Новый ноутбук тонкий, то есть нет разъема для... карты памяти, и тут целая история, там через HDMI перекачать это видео на компьютер. Я хотел просто в хорошем качестве, для того чтобы это могли использовать журналисты, правильные журналисты, когда освещают реальные события в стране, а не так, как это делают порноканалы Плохотнюка. Ну, давайте начнем. Значит, сегодня вы все стали свидетелями такой мутной, тусклой пресс-конференции прокуроров совместно с полицейскими на тему задержанных, двух задержанных. Как говорят телеканалы Плохотнюка, интермедиарий Луи Усатый, Карел Фосерец и Нуц, Шедал Декларации, Чиншпиду Зиздянь, Шашама Департи. Я очень много раз в течение особенно последнего года и в программах с Натальей Марарь и на Микалу Георгий Гонца и в других и на других телеканалах говорил о том, что я сотрудничаю с правоохранительными структурами разных стран, и то, что Плохотнюк, насколько я понимаю, получит международный мандат на арест. А именно, да, я об этом говорил вчера в социальных сетях, значит, о том, что задержанный в Кишиневе Маларчук и второго, которого прокуроры не назвали, это Сергей Чабан, хоккейный клуб «Платина», да, это второй задержанный. Не знаю, кого они задержали еще сегодня, там грозили, что еще 8 обысков и так далее. Значит, о том, что якобы целая организованная преступная группа вместе с тем, который в Москве там передал деньги, а деньги передавал я, и я вам это подтверждаю, какие, что, как, раскрывать пока не буду, потому что это тайна следствия. Но я хотел сообщить следующее, что все то, что я делал, согласовывалось с правоохранительными органами разных стран. Сегодня, значит, могу вам сказать, что у меня статус свидетеля в уголовном деле в одной из стран Евросоюза. Хочу сказать, что некоторые граждане имеют статус не просто свидетеля, а попали под защиту свидетелей. И это я говорю. Значит, сегодня в рамках определенных специальных мероприятий было выявлено очень много нового и о покушении на Горбунцова в Лондоне, и вся Румыния вздрогнулась от такого же покушения на территории Румынии.
Сегодня я нахожусь за границей. Я нахожусь в Москве уже на данный момент. Сегодня я обещаю вам довести до конца и приложить максимум усилий, чтобы правда в максимально короткие сроки всплыла наружу. А то, что делает Петрусенко, который у нас уничтожает, это полицейский, который сегодня выступал на пресс-конференции, который летал Горбунцову к Лондону вместе с прокурорами. Я боюсь, чтобы они не были привлечены к уголовной ответственности за то, что они пытаются повлиять на расследование, пытаются уничтожить некоторые улики, пытаются скрыть от следствия, которое происходит в и в Румынии, и в Великобритании, к которому Молдова не имеет никакого отношения. Ну, кроме того, что они постоянно туда ездили несколько лет и пытались все свалить на меня, эту историю. Когда сегодня они встречаются с преступником Горбунцовым, обсуждают, что тот скажет. Когда они по привычке, ну, при Плохотнюке же привыкли материалы из уголовных дел делать публичными, да? Рассказали Горбунцову про переговоры Проки с Маларчуком, что, хочу вам сказать, является правдой. Ну что, как и зачем, я сегодня не могу на самом деле говорить детали, потому что сегодня, Плохотнюк и так делает все для того, чтобы зачиститься. 6 лет они не трогали судью Проки, а тут они чего-то испугались и решили зачиститься, да, Владимир Георгиевич? Быстро вы показываете, как вы решили снять иммунитет судьи, который незаконно освободил Проку. Да, этот судья освободил его незаконно, и вы все годы для этого ничего не делали. Но почему-то, когда вы в ходе телефонных переговоров услышали о том, что Прока хочет рассказать правду, вы все испугались. Арестовали одного, арестовали второго. Непонятно, чего добиваетесь от этих свидетелей. Все, о чем я говорю, задокументировано и является материалами уголовного дела, дорогие друзья. Я очень надеюсь на то, что когда все факты подтвердятся, а большинство из них сегодня уже, могу сказать, подтверждено, да, то Плохотнюка ждут долгие годы тюрьмы за организацию ОПГ, за организацию тяжких преступлений на территории стран Евросоюза. Дяста, стимас приятень, инчаркаря луй Плохотнюк. Акума и Кларк, диндоум и паеш, когда ксеня смейте. Энэнти диаледи, Горбунцов, аму яр Горбунцов, ун интерлоп, каряре маймуте до сари пенале. Республика Молдова, Федерация Русь, кредка Плохотнюк лу пригатешти селпу и шеф лабанка начонала. Варей требову набнальщик, ка пиорма дупаши Горбунцов асфакт от лукру, а смайтер мат Вункиллер Плохотнюк, шла муряск, штярг урмели. Дедата, аста, донули Плохотнюк, носова мярга, со штерджес урмели. Йо дорез сукчес политишло шпрокурорилор, де Республика Молдова, каре анчарка с демонстреза, нуштю чека, нуштю чине, анчаркаце кум перепя, нуштю чине кунурче, ну фос ничо кумпараре, пенимень шединимень. Дартуати детали ли, Марокко и Досар пенал, не могу об этом еще раз говорить, потому что это материалы уголовного дела. Но Плохотнюк попался, Горбунцов, если дурак, он ответит за все эти обвинения, которые прозвучали. Мы это, если в 2014 году я не довел дело до конца через лондонский суд, мы поговорим и про детекторы лжи, и про Скотланд-Ярд. Разница только в том, что Горбунцов с Плохотнюком и его прокуроришками участвуют в каких-то схемах. На территории Евросоюза это сегодня не проходит. Поэтому думайте, что делать, уважаемые прокуроры и милиционеры, чтобы вы не стали соучастником. А если все
еще раз повторяю, подтвердиться вот до конца все то, что я знаю, все то, что я видел в рамках расследования. И сотрудничаю со спецслужбами по конкретно этому уголовному делу уже не один год. Перемотайте, найдите все эти отрезки у Марари, например, я уже говорил об этом сегодня, когда говорил. Ребят, если всплывет то, что я думаю, а сегодня одно рядом. Значит, почему прокуроры и полицейские не хотят рассказать о том, как они пытаются затащить Проку на территорию Малая, для того, чтобы его ликвидировать, чтобы стереть следы? Почему они не рассказывают вам про то, как они вырезали несколько дней назад на территории одной из тюрем, где задержан Иван Друца, по кличке писали, как они там выбивали дверь, для того, что, не знаю, что-то туда положить, что-то забрать, что-то показать. Не думайте, что все вокруг дураки, тем более, что история уже близка к финалу. Горбунцову хочу посоветовать думать то, что он говорит. И самое главное, почему вот сейчас решили молдаване решить все его вопросы. Он в розыске до сих пор. Не удивлюсь, если завтра сниму. Я ждал эту историю немножко по-другому. Все-таки ждал, что будет мандат на арест от Плохотнюка. Как от него? От его структур. Для того, чтобы потом выйти с доказательной базой и с фильмом про то, что я сейчас вам рассказываю. Поэтому, если все подтвердится, то Плохотнюк садится на много лет в тюрьму. Тюрьма будет европейская, качественная. И это бандформирование, которое занималось и продажей оружия, и изготовлением фальшивых документов, и в том числе убийствами в разных странах мира, скоро ответит по закону. Водорез Косярбона, Плохотнюк Штилка Царди Кору, термены простили, шнут с батежок десаржи депопор. Лас цара стампач, Интерлополе.